Христос воскресе! Брат во Христе прислал мне письмо. Откуда? Скорее всего, откуда-то из теплого лета. Я приблизительно знаю, что там. Там, по всей видимости, фотография. И, по всей видимости, фотография с того места, где мы случайным образом летом пересеклись. У нас сейчас еще прохладно на севере. Вот, но, тем не менее, я думаю, это вот письмо. Оно должно меня немножко согреть. Вот, чтобы летние деньки, ожидание летних деньков проходило немножко быстрее и теплее. Но и опять-таки, к пасхальной радости, конечно, уже ничего не добавить, потому что она самая светлая и радостная. Но я думаю, что с этим письмом мне будет еще чуть-чуть немножечко радостнее. Вот, будем открывать. Лампа немножко мерцает вот здесь вот, да? Частота мерцания лампы видно. Ладно, открываем. Так, весь в предвкушении. Раньше у людей был специальный нож для бумаги. Сейчас пользуемся ножницами. Так. Ух ты! На фотографии красивый морской закат. Я не знаю, будем надеяться, что камере удалось поймать резкость. Потому что вот если так подальше делать... то камера такая, а где резкость? В общем, да, красиво. Ну что, как на море с вами побывали? А еще я сегодня ездил по деревням, всех кропил святой водой, ну и мне немножко досталось, поэтому вот сегодня я и искупался, и на море побывал. Такой хороший день. Рад был всех повидать, подписывайтесь, и мы потом еще что-нибудь обсудим, покажем, снимем. Вот, всех обнимаю, всем пока. С вами был иеромонах Александр Митрофанов. До встречи в эфире.